выше. Так, выходим. Если хотите работать после перерыва, съемку в зале можно проводить. Освободили. Все нормально, освободили. Пусть попробуем. Все, ребят. Спасибо. Простите, вы в Ухте останетесь или вы едете в Дагестан? Я даже не знаю, я доеду ли до 100 метров или нет. Я верующий человек, я не знаю, я доживу до 100 метров или нет. А намерение? А? Намерение, ну, как желаете? Намерение? Жить в Ухте или... Я не знаю, и меня видели здесь. Я не знаю. Да, сегодня, завтра. Сегодня домой отдыхать. Куда, в Ухту поедете, да? Да. В Дагестан? Да. Нет, в Ухту сейчас. В Ухту поеду. А в Дагестан потом? В Дагестан тоже? Нет, потом. Маме хотел бы очень сильно. Понятно. В системе правосудия, в которой профессионально менее 1% оправдательных приговоров в стране, именно присяжные вынесли настоящее правильное решение. Вина Махмудовых и Гаджиева не то, чтобы не доказана. Эти люди действительно невиновны, они не совершали этих преступлений. А у вас было сомнение после того, как был оглашен первый результат по первому вопросу внести, как проголосовали присяжные? Что будет дальше? Присяжные проголосовали 8-4. 8 невиновен, 4, не доказано, 4 доказаны. Это был первый вопрос. На 11-й 8 проголосовали не доказано, 2 доказано. Какие могут быть сомнения? Да, мнение так сложилось, это большинство. И ну так, суд присяжных выбрали именно мы, мой подзащитный, потому что профессиональному суду доверять в сложившейся ситуации сложно, с учетом самую нестандартную ситуацию по Кулялину и Коростылеву, когда по одним и тем же документам сначала профессиональный суд оправдал подростков, потом этот же суд по этим же документам их признал виновными. Поэтому рассчитывать на некое манипулирование присяжными, у нас этого не было, это глупо. На скамье подсудимых находились уроженцы села Дагестана. Да, это люди другой национальности, и вряд ли они могли просто понравиться или как-то произвести какое-то эмоциональное впечатление на присяжных. Нет, суд был абсолютно по доказательствам, по фактам, и решение принято объективное. Все, спасибо.